Друзья, следующий инструмент, который мы с вами рассмотрим, называется градиент фильтр. Давайте нажмем на него, и вы увидите, в принципе, что он один в один такой же, как инструмент локальная кисть. Только за как он работает. Если кисть работает только тогда, когда мы ею наносим какой-то участок, то здесь это работает как градиент. То есть, например, мы хотим, чтобы сверху у нас вот участок был чуть светлее, чем он сейчас есть, да? То есть видите, вот у нас внизу поле, оно такое светлое, а внизу, а наверху темное. А мы хотим, чтобы здесь наверху тоже было чуть светлее, да? Или наоборот, хотим, чтобы внизу было чуть темнее. Можно, конечно, это сделать кистью, но это будет немного неаккуратно. Вот. А можем это сделать при помощи инструмента градиент фильтр. Как это делается? Давайте с вами попробуем вот эту сейчас траву внизу немного затемнить. Мы берем этот инструмент и постепенно вот так вот его снизу вверх тащим наверх. Примерно вот до этого уровня. Видите, у нас сейчас начала меняться трава начала менять свой цвет, согласно вот этим вот параметрам, то есть нашему балансу белого. Мы отвернем баланс белого. И работает инструмент следующим образом. Давайте сейчас попробуем уменьшить экспозицию, чтобы затемнить. Видите, он работает плавно, меняя свое значение от этой границы до этой границы. То есть не резко меняет, а плавно меняет. Вот это и есть понятие градиента. Как он нам может быть полезен? Например, если у нас с вами было небо, вот, а мы захотели его сделать, он у нас был стал пересвечен, захотели сделать его более синим. Тогда мы с вами сверху вниз протягиваем инструмент и также убавляем экспозицию, прибавляем туда синего цвета. Вот, например, на траву сейчас я могу сделать, не знаю, могу сделать ее пожелтее, да, могу сделать ее, к примеру, посинее, да, могу траву сделать. Также вы можете поступить и с небом. Могу вообще придать сейчас траве какой-нибудь там необычный фиолетовый цвет, да? Вот. То есть здесь вот можете поступать с различными такими вот участками, придавая фотографии какие-то световые оттенки, световые пятна. Ну вот, собственно, вот этот инструмент, я говорю, он работает так же, как и кисть, но только более масштабно и более аккуратно, если вам нужно применить на какую-то прям часть фотографии, например, на половину фотографии. Вот, друзья, давайте мы с вами сейчас перейдем на следующий урок. Здесь мы долго не будем останавливаться, здесь у нас все с вами предельно ясно. Давайте с вами встретимся в следующем уроке.